Здорово, подписота, 6 мая, завтрак, пятница. Время 7:34. Жрать будем. Кашу. Щи да каша, пища наша. Каша непростая. То есть понятно, что не из топора, но такое я ни разу не делал. Риса гречневая, поняли? Вы готовили рисогречневую кашу? Состав. Чего он не выдавливается, блядь? Или он уже кончается? Состав. 400 грамм гречки. 400 грамм риса. Лук. Морква. Килограмм грудки. Пол свеклы, 3 столовые ложки томатной пасты, соль, перец. Забыл чеснок положить. Да. Соленым огурчиком топ. Вот они, кусочки гречки. Ой, кусочки. Хлеб можете не использовать. У меня аппетит, как всегда, замечательный. По причинам того, что, как я говорил, неважно, что вчера было. Например, вчера я выпил пол-литра водки без закуски. Соком запил. И не важно, что я вчера выпил, но очень хороший аппетит. Поняли, как нахуй? Ой, поняли. Поняли или поняли. В общем, вчера специально не сильно присолил, чтобы с соленостями. Я знаю, что такая кашка очень хорошо сочетается с соленостями. Где чеснок мой? Я не понял. А вот он. Чесночок в наличии. Кто-то, может быть, такое не будет есть, но мне за счастье. Я могу и фастфуд есть, и вот такую байду. Байду, причем, которую сам сделал. Не чью-то, а байду, потому что это ПП питание. Поняли? Ноль жира. Ну, возможно, в гречке 1 грамм жира на килограмм. Ну, с учетом массы вон той кастрюли, 7-литровой, у нас выходит 1% жира 0. Правда, вот здесь есть жир. Как-то неправильно я держу ложку. Вот так же надо держать. Все забываю. Забывчивый стал. Может, знаешь, как пол-литра водки выпил и забываю уже, как ложку держать по-нормальному.
Сегодня пятница. Скоро на дачу. Вспоминаю. Когда был подростком, мать на дачу радовалась, когда ела, ехала. Для меня это стресс был. Потому что там она меня заставляла дергать траву. Ну, вообще эксплуатировал меня там. А я не любитель был, чтобы меня эксплуатировали. Когда я стал постарше, я прям говорил, хуй я поеду на дачу на твою. Ни за какие коврижки меня на твою не могла. Ну, максимум я отвозил их и уезжал. Уезжал домой, потому что отвозил их в пятницу вечером. А в воскресенье они в основном своим ходом уезжали оттуда. Но если сезон, конечно, не дачный, ну такой, поняли, без плодов. С плодами в основном приходилось оставаться там. Но я чередовал. Не каждый выходной. Мне, например, интереснее было дома с подружками попьянствовать, чем, блядь, на какой-то даче, нахуй, там, траву дергать. Ну, как-то так, а не как иначе. Как приятно, когда ты встаешь, а у тебя есть еда в наличии, целая кастрюля каши. Что еще надо, да? Давай хоть надкусим. Ням-ням.